Это африканские страусы, не только самые большие, но и самые быстрые наземные птицы, способные разгоняться около 80 км в час. Наш парк является одним из самых больших парков Европы как по численности животных, а также по своему размеру. Общая территория нашего парка составляет 32 гектара. Также мы единственный парк Европы, кто одновременно обладает белыми львами и белыми тиграми в своей коллекции. Площадь, конечно, этого парка большая. Но что-то мы прошли немного. И пока еще не обнаружили ни одного льва. Я извиняюсь, вы львов тут не видели? Вот где-то вот там под деревом, блин. Серёжа, давай тебя вот так посадим и висадим. Дима, тебя можно посадить? Можно, Иди ко мне, я тебе понравилась графика. Нет, они в одном. Этот просто вольера в вольере. Он тут. Два. Да. Пойдем туда на ту сторону посмотрим. Хобот.
Смотри, брошу кушает, смотри. Я затягиваю. Что, местные что ли? Мы не будем кислить, а что дуже нам опять. Руку он не дотягивает. Павлины гуляют вне ограды даже. Совсем распустились. Ах ты мой хорошенький такой, иди сюда. Ну иди сюда. Ах ты красавица! Нет, вы такой не едите? Ну, это хрустики, да? Очень. Петрушечка, да. И больше ничего скажи мне тут. Здрасте, Петрушечка. Выберите-то. Ишь ты. Да. Ой, это из этого, из ледникового периода. Да? Не черешня, по-моему, а курка какая-то. Ну, нет, просто ягоды. На, ты сила. Все мне тут удали. Опа. Не вишня, не черешня. Так, что тут еще есть? Зубы чистить сейчас будет. Почисти зубки. Малыша. На. Руки скребущие, лапы. Да, не голодные. Пойдем к следующему. Ай, какой красивый. Ой, замечательно. Ой. Да вообще красота. Молодец. Смотри, смотри. А вот ты подрасвет. Пальцы аккуратно, Макс, только. Пальцы, не свой пальчик. У меня лапки-то такие острые. Конечно, когти, будь здоров. Огурец пытаться поставь. Носоухом его еще называют. Thank you.
повезет. Пошли, там еще много интересных. Пойдем. Что-то у него какое-то доброе лицо. Морда побежит. Знаешь, если бы он вышел, я не думаю. Очень. Такой красивый. О, попало. Вот красный. Вот так вот. Даже на яблочко улетело, и дождь такой лежит, знаешь, он такой, яблочко на ней. Она еще и того. Вкусняшка. Ой, какой. О, какая прелесть. Радуется. Сейчас маленькому еще. Маленькому вообще тут ничего не досталось. Мелкий. У него молока вон там вагон. А, ну да. Зай, они такие гладенькие, смотри. Трикси с когтями. А это, она такая, как замша. Такая гладкая и гладкая. Ну, орешка. Корешка, обезьяна, конечно. Куда ты, кстати? Хочешь? Я взял хлеб. Я хочу взять на обезьяну. Они не здесь. Альфаки. На панду похоже. Вкусная? Ух ты, бляха-муха! А ты бадуть не дам тебе больше ничего. А эта-то такая хорошенькая. А этот еще лучше. Ну, какие вы все замечательные. Белый тоже просит. И маленький тоже. Это корм для шоколадки.